Привет, дорогой зритель! 6 июня состоялся заключительный этап чемпионата по RC Trophy Trial Нижегородской области. Вашему вниманию представляю вкуснейший заезд Романа на первом соревновательном участке. Думаю, не стоит говорить, что трасса была сложная, жесткая и, как всегда, со своими сюрпризами. Стоп, что ты разболтался? Ладно, больше ни слова. Сами все увидите. Давайте приятного просмотра. А это тут вот хитрость какая-то, да? Сейчас я еще попробую, закрою в моей машине, а я ее попробую по озеру там. Нет, у тебя диска скручивается, не качался. Да, качал, проверил. А вокруг шестерки, все пасы? Да. Так, у нее К1? Да. Да, у нее К1. Блин, без стороны была считана. Да, тут и ходить плохо. Раз и все. Он штурмит ее, если он там что-то делает неправильно, то его так же штрафует. Если он так вытягивает, подтягивает, ленту ломает, так да? На штурм у нас все то же самое распространяется. Там все прописано. Андрей, держи, Бордрей. Да,
какой у нас один второй будет, да? Сейчас тебя догонит, Дим. Да, да. А, ага. 2 минуты промчу. Ноль, да? Красиво. Ни одного косяка. Супер.